Всем привет! Сегодня 19 октября 2021 года. Нахожусь на улице Лескова. Вот такое здесь оживленное движение. Люди едут с работы. Даже, можно сказать, пробка автомобильная. Посмотрите, как плотно. Плотный трафик какой. У всех свои какие-то проблемы, дела, заботы. Едут по своим домам после работы. Здесь находится недалеко завод «Протон». Вот. Люди едут по домам после работы, отработав свой трудовой день. Автомойка, кафе. Видите, спешат по своим делам люди. Мир живых. Но не все так просто в этом месте. Буквально рядом. Рядом с оживленным трафиком, с постоянными прохожими, с людьми, спешащими с работы на работу, находится мир мертвых. Видите? Это у нас Троицкое кладбище, ничто иное. Покоятся усопшие люди, умершие. И так просто из мира живых попасть, заглянуть в мир мертвых. Видите, что делается. Вот такой интересный ролик получается. Девушки ходят, обсуждают свои дела, женщины. Ездят маршрутки, люди с работы на работу, автобусы ходят. Хоп! И мы уже в другом мире. В мире покоя, тишины, воздаяния и размышлений о бренности человеческой жизни. И тут же вот оживленный город, транспортный поток. Вот такое необычное место. Когда я хожу здесь, я всегда удивляюсь, как такое возможно. Прям тут суета, хлопоты какие-то, какие-то мысли глупые порой лезут в голову. И вдруг бабах, и вот. Мементо море, что называется. Бабах, и вот. Помни о смерти. Вот так, дорогие зрители. Будем, конечно, заниматься своими делами. Будем делать свои дела в жизни. Радоваться жизни, получать удовольствие, любить. Но не будем забывать, что в конце концов все это когда-нибудь закончится. Поэтому лучше всего слишком уж не напрягаться ни на какие темы. Поберечь здоровье, нервы. Как говорится, самый лучший способ продлить свою жизнь – это не сокращать ее. В том числе и вредными привычками. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. С вами был Дмитрий из Орла, с границы двух миров.